Один человек погиб, еще 15 получили ранения в результате взрыва у микроавтобуса в Кабуле. Взрыв произвел террорист-смертник. Он убил одну женщину, находившуюся в автобусе, и травмировал нескольких пассажиров. Все они госпитализированы. Ответственность за подрыв взяли на себя боевики радикального движения «Талибан». Добавлю, несколько недель назад талибы объявили о начале ежегодного весеннего наступления против иностранных посольств, военных объектов, а также правительственных чиновников.